Я даже если присяду, я подлежать пойду. Нельзя. Следующий может начинать. Уже коснулся. Может, первая одежда? Я! Тем более маленькая. Ваня! Ну, кто? Тебя ведут ко всей Владимиру? Ваня! Я не знаю. Сколько мне там надо потратить? Только попасть! Да, следующий. Здравствуйте. Вы с ними здесь побудете? Пусть они просто это пойдут. Потому что мне надо в кабину. Если что, пишите. Где Кирилл? А пошли сюда. Лен, я копка хочу поменять. Где Кирилл? Кирилл, ты следующий. Ну, скоро. Я не хочу. Это соседка вниз опустилась. Да, нельзя. Ну, мальчики, нормально проходите. Если здесь нет Спартаковича, значит, надо нормально это пройти. Если я проходить по ага, Ева уже все сломала, она все внизу. Я не, я всем говорю, интересно, а не только тебе. О, у тебя Гриш нормально идет по своему пути, а не как и все. А я тоже пошла. А, ну да, у Савелия у меня и убрали в часть пути. Саня тоже. Кстати, Кирилл может придумать посередине пути. Если Кирилл посередине пройдет. Я имею в виду. Кирилл, привет, Чинга-Чанга. Привет, Чубрик. Привет, Дима, Чинга-Чанг. Семен, переходи сразу. Я сижу. Что он пошел? Блин, это надоело. А когда героев дня уже будут менять? Фанта, запрещен это удаление. Сегодня на дискотеке отправят героя. Давай, Кирилл, ты прыгай, все просто. Прыгать вперед такой. Аккуратно. Нормально. Я представляю, по деревьям. Можно по верхней ветке. Аня! Чанга, весь ваш дом. Чунга, чунга. Ну, дальше не знаю. А это надо перелезть?